Всем привет! Я сделал еще один вариант развертки, и здесь все части модели уместились на одну развертку, которую буду делать размером 4,96. Здесь все элементы пересекаются, такой вариант тоже допустим в геймдеве. И я разделил их на доски отдельно, бревна отдельно, энды отдельно, печка отдельно. То есть это в таком плане все я сделал. И теперь, чтобы текстурировать substance, нужно сделать ID map. То есть карту цветов. Вот эти вот не вижу, а они здесь. Так, ну как видите, вся весь лист развертки практически занят. Некоторые части здесь есть, остались пустые. Их можно заполнить. Ну, здесь я буду текстурить печку. Ну, сюда влезет один энд какой-нибудь. Торец бревна или доски. Возможно, позже сделаю. Ну, пока я составлю так, чтобы занимать много времени. Теперь нажимаем рендер, вставляем размер текстуры, это розетка мне шлет привет. Это я отключаю, и здесь ставлю Solid Render. Так, назовем mesh. Так, вот она, наша будущая ID. И теперь нам нужно отделить все. Цветами отделяем все элементы. Значит, печка у нас вот наверху. Этот кусочек нужно выделить отдельно цветом. Здесь близковато, но ничего страшного.
теперь цвет. Цвет увеличим кисть такого вот размера побольше. И там, где места, где у нас явно пересечение, можем быть, там нужно аккуратненько. Здесь вот я нормально сделал, здесь вот у нас небольшой косячок. Так, печку мы закрасили. Так, теперь нам нужно выделить, посмотрим, что у нас тут посередине. Так, это у нас бревна. Их тоже, на них отдельная текстура идет. На эти тоже я хотел отдельную текстуру сделать. И сделаю. Это значит, что нужно добавлять на другой цвет. Так. Ставим Shift. И... увеличим, чтобы было видно. Зажимаем Shift, чтобы добавить еще один уровень выделения. Так, здесь, конечно, мне надо было подвинуть развертку. Но и так можно сделать тоже. Так. Выделили. Берем кисть и красим. Здесь осторожно, чтобы не захватить. Получится вот так. Не захватить предыдущую развертку. Так. Выделяем теперь вот эту среднюю часть. Также зажимаем Shift. Выбираем другой цвет. И красим. Аккуратно, чтобы не зацепить верхнюю часть развертки. Теперь можно поступить так следующим образом. Ctrl Shift I. То есть мы инвертируем развертку нашу. И те места, которые мы не выделили, становятся выделенными. И мы их закрасим другим цветом. Например, зеленый.
зеленый и красный, бордовый такой борщ. Ctrl-D, снимаем выделение. И вот у нас получился такой вот вариант. Недокрашенный чуть-чуть. Ctrl-X, можно вырезать цвет, который нам тут мешает. Можно этого не делать. Но я бы хотел сделать Solidify. И попробуем таким вот. Ну, Solidify дает некоторые, конечно, там этот цвет, он размывает цвет. То есть делает его не четко вот такого цета, да, немного там добавляет оттенки, смазывается с ближним цветом. Так, Ctrl-G. 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 Я выделяю цвета, которые у нас есть. Ctrl-G. У нас получается, ну, отдельные цвета. Соединяем их все вместе. Shift, Ctrl-E. И теперь можно использовать этот фильтр. Он нам закрасил незакрашенные места на нашем листе развертки. Ну, такая айдишка у нас получилась. Ctrl-Shift-I и JPEG ID ID House. Оставляем пока вместе это все открытым. И зайдем в Substance Painter и создаем новый файл, новый проект. Сюда добавляем нашу новую развертку, которую я сделал. House Unwrap 2. Добавляем ID-карту. Где она? Текстуры. Ну и вроде бы все пока есть. Да, вот наш дом. Получился, материал ему не назначил, то можно исправить. Так, это без названия, без названия. Назовем его House
материал хаус, дом, здание, и применяем его к нашему дому. Затем выделяем нашу модель и экспортируем ее в формате MBG. То есть я сделал два варианта развертки. Одна не накладывающаяся друг на друга, вторая накладывающаяся модель. И вот там я делал тайлинг 4, чтобы добиться более качественного, да, отображения текстуры. Здесь тайлинг я поставил 1, и текстуры выглядят намного лучше. Потому что вся развертка за, ну, этих досок, несмотря на то, что они накладываются, но зато они занимают меньшее количество нашего квадрата развертки. И туда помещается, ну, больше, получается, влазит текстура. Она более качественно отображается. Так, еще что хотел сказать по этому поводу. Да, при текстурировании будет, конечно, возможно, невозможно, скорее всего, будет текстурировать правильно в Substance, потому что развертка друг на друге лежит. И если, допустим, кисти будем проводить по бревну, рисуя там какую-то линию или неважно что, то на всех остальных бревнах, так как они пересекаются друг с другом, будет проходить эта же самая полоса. И поэтому здесь нужно подобрать такую текстуру, которая уже будет изначально как бы готовая. Это, ну, один из минусов такого варианта. Так. Edit, жмем проект. Выбираем пересохраненный наш объект 3D модель и видим, поменялось название на хаос. АО я не буду добавлять, Ambient Occlusion. Так, настроим здесь View. Не то. Blur, панорама. Вот это что ли воткнуть? Так. Яркость заднего фона можно исправить. Так. Модель мы загрузили. Загрузили нашу ID-карту. Оно поместиться должно в текстуру. Вот оно. ID. И сразу сюда. Вот. И теперь у нас будет 4, или сколько там? 1, 2, 3, 4, 5. 5 различных материалов можно по цвету ID-карты положить. Не важно, что это будет. В моем случае это все будет дерево, да, и одна глина. Если у вас модель там, допустим, содержит металл или там стекло, все это можно с помощью ID разделить по своим местам, как вы закрасили, так оно будет накладываться, эти материалы. Так, теперь бейк запекаем. И, скорее всего, уна. Я сейчас просто запеку все, кроме ID. Нормал нам не нужна. Мы ее отдельно запечем. Так. И потом мы увидим минус в том, как запечется Ambient Occlusion. И мы увидим там пересечение запеченной карты Ambient Occlusion друг на друга. И Ambient Occlusion придется удалять. И затемнение будет происходить именно в движке игры.
То есть идет источник света, солнце там или фонарь, неважно. И уже просчитывает движок тени, и это именно будет, ну, придавать глубину, резкость и так далее, все полезности ambient occlusion. Bake. Так, выбираем разрешение 4 на 4 bake. Я здесь не ставлю антиалиазинг, потому что, ну, как бы красить я не буду. И будет все зависеть от качества текстуры, которую я буду использовать. Ну, возможно, буду использовать ту же самую текстуру, которую я использовал до того, но при другом разрешении. Чтобы класть Ambient Occlusion, и видно, что наша модель пересекается в части развертки друг на друга. И поэтому получаются такие вот артефакты. По сути, это не артефакт, это просто запеклась AO Ambient Occlusion. Ее можно отключить и дальше спокойно себе текстурить. Опять же, все это зависит от требований ваших личных или от требований студии, в которой вы планируете работать или работаете. Ну, это видео, конечно, больше рассчитано на новичков, которые только начинают. Так, и удалим AO, и у нас получается чистенькая текстурка. Так, и я делал в прошлый раз Not Clay, да? Прогрузилась остальная часть материала. Так, рок у меня есть, тут Silver, Moss, Clay 2. Какую использовал? Вот это я, наверное, использовал. Да, давайте эту используем. То есть мы берем Smart Material, помещаем его сюда. Он нам закрашивает полностью всю модель. Естественно, нас это не устраивает. У нас есть ID map. Вот она. Сюда мы добавляем Add Black Mask и добавляем ей Add Color Selection. Pick Color. Выбираем нашу печку. И в этом варианте наших развертываний мы не можем скрывать различные элементы по ID маске. Во всяком случае, я не знаю, может быть, это можно сделать, но, по-моему, нельзя. Предыдущем варианте у меня было здесь 3 или 4, 3, по-моему, да? 3 варианта текстурирования материалов, и каждый из них можно было закрыть и кисти уже подлезть, более удобно рассмотреть на то, что у нас там получилось. Так, вот это вот неподтяжка, она все время в этом месте. С чем это связано? Возможно, трипланар нужно положить сюда. И если мы откручиваем это. UV. Вот. Здесь стоял трипланар на хай. И поэтому получилась такая у нас катавасия. Он как включен для CV. Ну вот, нормально все стало. Так как мы с вами там отдельно сделали эту вот, да, часть. То можно и просто ищу. Какой у меня тут был клей еще? Клей 2. Давай
Клей 2 еще глянем, что это за зверь. Так, то же самое от Black Mask и от Fill, от Color Selected. Убираем. Так, да, здесь у меня и Dirt есть. По-моему, она точно же такая. Только присутствует несколько еще слоев. Grunge Triple NR. Здесь вот UV. Идет UV, но она все равно какая-то кривая. Бывает застряет камера внутри объекта. Нажимаем на F, и мы видим общую. Ну, отдаляется камера, в общем. Ну, вроде бы, по идее, все здесь правильно наложено. Но почему-то вот эта вот подтяжка идет. Да, еще я хотел вам, пока не забыл, показать уже. Как теперь выглядят наши квадратики? Видите, насколько они мелкие стали, меньше. Печку я немного, ну, сделал по-другому. Это, ну, чуть-чуть больше я сделал, потому что она там, мне нужно было ее уменьшить, чтобы ее части пораздвигать в разные стороны, чтобы затекстурить глину. То есть ту часть модели, где... Ну, здесь пламя горит, да, и все такое. И здесь, естественно, все должно быть закопченным. Такой прокопченным. Но это я пока не буду здесь разбираться, это долго. Возможно, простая причина, но сейчас не будем этого делать, потому что очень много времени займет. Да, бывают такие небольшие какие-то моменты, но пока разберешься. Проходит достаточно времени. Так, добавляем от Fill. Он Black Mask. Так, и Paint. Просто Paint добавлю. Сюда оставим цвет Rough. Hatch, наверное, не нужно оставлю. Металлный цвет. Цвет можно отсюда взять, да, и подвести его. Ну, это я хочу сажу сделать, цвет сажи. Здесь можно выбрать другую кисть. Допустим, кристалл. На английской раскладке работает уменьшение и увеличение. Как и в фотошопе, это квадратные скобки возле Enter на клавиатуре. Вот еще один минус, видите, то есть я попал на часть модели, которая пересекается. Надо выставлять кисть именно таким образом, чтобы не попадать в это пересечение других моделей. Так, увеличим. Уберем Flow, чтобы она была не такая резкая. Ну, теперь можем текстурить. То есть я на развертке. Сейчас покажу. Unwrap. На развертке я отделил нашу печку отдельно, да? Вот она. Выберем ее. Вот она у нас.
это вот идет нижняя часть, и я сейчас ее текстурирую. Она пересекается с трубой, но это ничего страшного, потому что в том месте трубы, где она, тоже идет копоть от печки. Вон она внутри получается. То есть если даже тут все черным закрашу, то я покрашу и трубу, и печку, то есть в нужном мне месте. И также эта часть тоже, она верхняя часть трубы, нижняя часть трубы, все это должно закопчено. Ну так вот я распределил. Это вот внутренняя стенка получается. Вот всю ее я отдельно вынес и могу текстурить ее, рисовать. Таким вот образом сделали. Ну, то есть немножко наперед как бы подумали, где вы собираетесь текстурить в Substance и под это все делать развертку. Есть плюсы, конечно, в этом варианте развертки, есть и минусы. Ну, так все устроено. И блестит очень сажа. Уберем не здесь, а здесь. Roughness. Видите? Берем roughness в эту сторону. Если мы переходим на слой paint и рисуем дальше. Вот опять пересеклось. Я думаю, можно 4.96 включить, потому что текстур немного будет. Ну, во всяком случае, сейчас. И чтобы видеть просто, как мы там уже... Как реально будет выглядеть наша модель. Подвис компьютер, не знаю, звук шел вообще или нет. А вроде нет. То есть все текстуры, которые имеются в проекте сейчас, оно переделают на 4.96. То есть более качественно. Было 2.48. Выставили на 4.96. Ну, вот они. Да, все, подгрузились. Текстурим дальше. Все равно опять полосата не дает. Более мощный компьютер нужен, чтобы все у нас получилось. Да, еще попробую подгрузить карту нормалей. Именно для печки. Как оно там сильно будет перекликаться друг с другом, не сильно. Сейчас мы это проверим. Вот оно. И сюда ее. Она, да, она там другого разрешения. Видите, она падает карта на всю модель. Убираем. То есть нужно перепекать normal map по новой, так как расположение печки нашей находится в другом месте, и normal map нужно перепечь. Но опять же таки она будет с артефактами, так как
У меня пересекаются некоторые части печки друг с другом. Как запекать нормал, я уже показывал в прошлом видео. И сейчас я этого делать не буду. Так, переходим к Substance и дорисовываем печку. Чтобы удобнее текстурировать, имеется возможность у нас включить вид 2D, 3D. Здесь он там находится, можно выбирать. Или только 3D, только 2D. Или совмещать 3D, 2D. Ну, то есть это наша развертка или 3D модель. Допустим, если вот у меня сзади там нужно затекстурить, то можно использовать и вот здесь на 2D точно так же можно текстурировать. И выбираю здесь вот Tangent Wrap, чтобы оно как бы швы тоже закрывало. Здесь вот видно линию, прокрасится она или нет. Сейчас мы посмотрим. Если что-то не нравится, всегда это можно отменить, перекрасить. Всякое такое в подобном роде. Да, я покрасил, затекстурил. Затекстурил нашу печку. В некоторых местах, конечно, все это нужно исправлять. Видно, как пересекается здесь. И можно как бы сверху накинуть еще слой грязи, который как бы упразднит вот это все. Так, но сначала я хотел добавить немножко глина, у нас слишком однотонная. Я, во-первых, я изменил цвет на более такой, как выцветший. И хочу добавить немного белого цвета. Добавляем add fill, новый слой,
слой этот fill layer. Заходим в него. Можно high fh оставить. Roughness свой сделать. Цвет. Хотел такой более белый. Такие какие-то белые прожилки хотел добавить. И добавляем сюда процедурную карту. Можно с какими-то резкими переходами. Вот у меня с резкими переходами. Вот есть такие, такие. Это тут вообще в виде капель. Ну, вот это что ли. И трипланар я добавил, чтобы не были заметны швы. Швы все равно заметны, потому что текстуры перекликаются друг с другом, да? Такой вариант более такой рябистый и практически незаметный, да? Что что-то не так. Давайте ставим этот вариант. Этот вариант как вариант. Немного заметно там, но уже лучше. Если UV сделать, то лучше стало. Давайте оставим такой UV с UV разверткой. Ну, то есть два варианта, как можно применять наш гранж. Текстуру маски. Или UV, или трипланар. UV это как вы сделали развертку, так он будет применять. Трипланар это он полностью типа на всю модель, но так как модель пересекается друг с другом, все равно заметны швы. Нам нужно подобрать такой вариант, чтобы не было заметно швов. Чтобы модель более-менее лучше в более хорошую сторону смотрелась. Так, остановимся на этом варианте. Я перешел на 2.48, потому что очень уж тормозит. Здесь можно подрегулировать баланс. Так, чтобы не выделились случайно швы. Баланс, контраст можно регулировать. То есть более контрастная текстура такая будет. Давайте вот такое сделаем, более контрастное. Ну и воздействие. То есть или на все 100% ее видно будет, или так. Также способ наложения. Overlay. Ну и другие. Multiply. Я ставлю normal. Хочу, чтобы сохранился мой цвет. Так, и наша грязь. Ну, paint. Paint, конечно, хорошо, но в некоторых местах он палит наши швы. То есть их видно. В этом месте можно сделать то же самое, как я здесь, гранж,
Положить гранж от фил. От фил добавить. Цвет у нас есть. Добавим гранж. Ну, вот этот что ли взять. UV, трипланар. Если включить еще. Так. Если сюда добавить фил и гранж. Так, если включить Multiply или Overlay. Overlay вообще исчезает. Тогда Paint попробуем наверх. Не хочет наверх, а Grunge вниз не хочет. То есть я хотел, чтобы они совместились. И Paint, и Grunge. Ну, пока такого варианта я не вижу. Хорошо, если сюда добавить отфил. Отфил. Цвет. 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 И мультиплай. И гранж. Ну, не хватает скилла, чтобы знаю, как добиться, чтобы две. Ну, это, то есть знаю как. Отдельно слой нужно создать. Но я хотел в этом слое все смешать. Ну ладно. Значит, тогда делаем следующим образом. Копируем дубликат layer. Здесь paint уберем, добавим add fill, добавим grunge. Да, они совмещаются. Нужно так, здесь нужно изменить на past true. Здесь overlay, допустим, multiply. Значит, оставляем normal. Трипланар посмотрим. Жуткое такое палево наших швов. Color. Не помню, какой тут пишется. Как написал, так написал. Так, это у нас dirt. 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 Два. Трипланар. Видимо, не очень сильно палит здесь, во всяком случае. Здесь.
Баланс, если увеличить, заметно. Очень заметно. На верхней части трубы. Просто кошмар. Если вот этот дёрт сюда так гранж дёрт драйт Ну, после нескольких добавлений тут слоев грязи получился такой вариант, все равно заметный швы. В всяком случае, я это вижу, и суть в том, что максимально делайте развертку так, чтобы швы в таком случае текстурирования спрятать. То есть вот у меня шов здесь прямо идет на открытом месте, вот он. Плюс еще они накладываются друг на друга. И это переделаю все и сделаю шов где-нибудь в незаметном месте. То есть как-то сзади вот там. И эта проблема уйдет. И плюс еще пожертвовав, возможно, качеством текстуры, хотя она и так много занимает места. То есть уменьшить развертку эту именно печки. И разложить части так, чтобы они друг друга не касались. Это как второй вариант выхода из такой ситуации. То есть мы немного потеряем в качестве текстур, но зато не будет видно швов. То есть таким образом вот можно выйти и потом уже спокойно текстурировать. И этот вариант позволит нам запечь Normal Map. Вот таким образом можно исправить наши ошибки. Ну, то есть разложили, и теперь можно немножко отмасштабировать. Зажимаем Ctrl и двигаем. Так, и меня. По идее, там цвет не должен был измениться, мы там не должны были никуда залезть, то есть я имею в виду ID карта. То есть за рамки мы не должны были выйти, возможно, здесь вот будет небольшой косячок, который я просто уже по ходу перекрашу. То есть я увижу, что материал попал
на другую часть модели. Так, развертку применил, теперь применим наш материал дома. Хаос применяем и экспортим. Теперь substance. Мы загружаем другую модель. Project configuration select unwrap OK. Так, изменилось у нас тут. И вот мы видим, где залезла наша ID map. То есть слегка заметен здесь шов. И если сделать развертку, переделать, то и не будет видно этого шва. Он будет там где-то сзади. И плюс еще можно запечь нормалку. Давайте попробуем перепечь текстуры еще. Так, это есть, ambient не будем, печь, нам не нужно, bake. Так, перепек текстуры. Ну, такой вот вариант. Шов, конечно же, вот тут заметно все равно. Если здесь поставить трипланар, шва не видно. Видно подтяжку какую-то. Вот, тут, конечно, проблема. А здесь трипланар не влияет никак. Уходит подтяжка, но там видно и здесь шов. Трипланар ставим. Можно попробовать просто хейч убрать и сделать его отдельным. Допустим, этой же самой карты. Ну вот, как вариант, не видно уже, да? Швов. Давайте посмотрим, что здесь. То есть здесь я рисовал. И вот здесь ID map наша, ну, ее нету, ее нужно не окрашиваться модель, ее нужно переделать ID map. Зайдем в Photoshop и посмотрим нашу новую развертку, как она там лежит. Unwrap. Tools render. Нашел VRLAP, надо выключить. Ну что такое show overlap? То есть нам
показывает, как пересекаются наши модели. Ну, это я и так знаю. Поэтому я выключаю и по новой рендер. Так, сохраняем. Так, и давайте погрузим ее. И вот мы видим, здесь вот кусок захвачен. И мы его просто кистью вот так он закрашиваем. И вот этот зеленым прокрашиваем здесь. Так вот, чтобы изменить нашу ID-карту. Так, печка закрашена. Здесь вот можно чуть-чуть поправить. Сохраняем. Переходим в Substance и здесь нажимаем, нет, вот здесь текстуры. Ищем нашу ID. Жмем Reload. Перетаскиваем сюда. И видим, что закрасилось часть модели, и также здесь исчез материал печки. Ну вот, в принципе, нормально так вот. После таких вот манипуляций более-менее нормально выглядит печка. Да, пойдет. Но все равно я изменю, скорее всего, внизу линию разреза текстуры. Здесь. Если мне не удастся здесь как-то вот закрасить там все это безобразие. UV, трипланар. Вот трипланар. UV хорошо смотрится, трипланар тоже неплохо, но вот внутри подтяжки, но внутри, в принципе, как заглядывать никто не будет, скорее всего, туда. Ну вот сам шов, видите, исчез, его не видно. Добавим темноты, черноты. Здесь можно тоже более контрастная такая, ну, не так, что ли, стоит. Ну, вот шва незаметно. И здесь тоже. Вот в этом месте видно. Это уже не видно.
Так, хотел посмотреть Warframe. Давай, low. Вот эти вот кирпичи выделить. Так. Хорошо. И в принципе, можно запечь Ambient Occlusion, запечь текстуры, экспорт текстур, потом добавить сюда, здесь удалить Ambient Occlusion. На крестик нажимаете. В один из слоев загрузить Ambient Occlusion для печки именно, для клей, материала клей, глина. И будет у вас здесь АО. Как вариант тоже. Можно такой использовать. Так, допустим, мы с печкой закончили. Переходим к следующим материалам. Так, здесь я вроде тоже с прошлого текстурирования сохранял материал. Металл, мосс, пейнт, сильвер, сосна, скетч, вуд, вуд энд, вуд. Барк, по-моему. Бордс. Бордс, это у нас кто? Доски, что ли? Так, бордс, энды. И там. Ну, эти бордс загрузим. Посмотрим, что это. Не помню, что это уже. Скетч тоже, что это. Скрач. Подгружаем Smart Material. Так, подгрузилась наша текстура. И это доски. И даже этот самый совпал. Цвет совпал. Но эти доски на доски перекинем. Это уберем. Так, и смотрим, что у нас в этом слое. Бордс, доски. Так, 12 повторений у нас. Давайте 3. Так. Вот таким образом у нас приобретает вид текстура. И это
При том, что здесь у меня разрешение 2,48. То есть намного качественнее становится наша текстура. Если качественную текстуру вы находите и применяете ее, и она у вас бесшовная, то намного лучше получается, намного натуральнее. Если текстура еще имеет в себе различные там вариации, да, здесь это надо, допустим, темнее идет эта доска, то есть это раз, два, три доски, которые пересекаются, там текстура попадает, то есть они лежат друг на другом. Можно найти эту доску, развернуть как-то, да, переместить там в другую сторону, или, допустим, здесь вот offset, UV offset тоже каким-то образом двигать, чтобы добиться какой-то вариативности. Давайте применим два. Вот. По-моему, два раза текстура уже более-менее выходит по натуральности, так скажем. Здесь доски тоже друг на друге лежат. Это нужно найти их и переместить. Сохраним здесь. Так, и найдем. Так, сейчас сохранится. Найдем эти доски на нашей модели. Так, вот они. Они все друг на друге лежат. Эндов у них нет, потому что не видно за этой доской. Ну, вот выбрали там любую доску какую-то, да, и просто ее перемещаем в сторону. Эту, допустим, в эту сторону. Эти тоже друг на друге нужно, но здесь end надо убрать. И перемещаем как-то тоже чуть-чуть, чтобы добиться вариативности. Чтобы не было так заметно. Collapse to. Export. BG. Да. Substance заходим, Edit, Configuration, Select, наша развертка, и ждем изменений. Загружается. Да, вот мы видим, текстуры стали совсем другими. То есть они приобрели вариативность, то есть разные все. Вот эти две доски тоже лежат друг на другом. Их нужно тоже развести в разные стороны. И это я сделаю, но вне видео. Потому что только что я это все показал, как я это делаю. Итак, я подвигал развертку в 3D Max. Подвигал здесь, значит, вот значение, чтобы добиться более вариативности наложения нашей текстуры. Хотя еще есть тут некоторые моменты здесь, здесь, здесь. Нужно передвинуть. И также внутренние доски тоже. И пришел к такому. Здесь у меня заключение, что мне нужно здесь было сделать отдельную карту Hedge. Ну и там ползунками, в общем, двигаешь. А, как я уже показывал. И добивается нужная глубина. Но у меня есть карта. Карта Bump.
И, допустим, вы так решили все в одном слое сделать цвет, RAW и H, высоту. И чтобы добиться, допустим, высоты там или как-то изменить цвет, добавляем добавляем level, то есть уровни на один вот этот слой. Добавили, здесь выбираем, что мы хотим изменить. У нас три варианта. Это цвет, RAW и Hatch. Нам нужно Hatch. Выбираем Hatch и ползунками начинаем здесь. Видите, меняется текстура. Становится глубже. Еще глубже. Таким вот образом можно добиться желаемого результата. Это инвертировать. Похоже, это то, что нам надо. Ну, то есть этим ползунками мы делаем ее более контрастной или наоборот более приглаженный такой. Ну, вот вроде бы нормально так смотрится. Или, как я говорил, вторым вариантом можно добиваться нужного эффекта высоты. Добавляем слой, добавляем черную маску, добавляем fill, add fill. Здесь нас интересует только высота. Ну, допустим, в эту сторону чуть-чуть сдвинем. И в слой fill мы добавляем нашу карту. Карта выдавливания. Bump. Она действует сейчас совсем не сильно. Но здесь, да, здесь нужно подобрать такие же вот самые значения по развертке. UV Scale и UV Offset, то, что мы меняли. Можно сделать другим способом. Так. Тот слой мы удалили, который создал. Это дублицируем. Дубликейт. Цвет RAW убираем. И вот, то есть те же самые значения, что у нас остались, мы сюда помещаем, не сюда. Level нам не нужен. А Black Mask, Add Fill. Add Fill. Здесь просто ползунком мы регулируем. Сюда загружаем в слой Fill. Грейскал нашу карту. А, ну все равно, да. Все равно здесь нужно вбивать эти значения. Так что правильно. Не удалось. Add Black Mask, Add Fill. Add Fill. Убираем, хейч оставляем. Два ноль минус
96 тысячный. Здесь 2 минус 0 96 тысячных, а здесь 14 тысячных. Так, то есть наша текстура во столько же раз увеличилась, как и этот цвет вместе с RAW. Но здесь мы можем, имеем возможность регулировать глубину. Видите? И также можно подрегулировать add level. Можем подрегулировать и контрастность нашей текстуры. Двигая ползунки или инвертируя, делать ее более резкой или более размытой. То есть двумя способами здесь можно регулировать нашу карту высот. В данном случае для программы карта высот, а при запекании у нас будет normal map. Вот и наша карта H. Видите, как она меняется. И можно двигать и этим ползунком и менять глубину карты. И таким образом меняется наша текстура. Ну так, давайте я ставлю. Так. Это мы настроили. И давайте теперь посмотрим, что там у меня в этом Smart Material, который я сделал из текстур. Так, здесь у меня еще была пыль. Я сделал пыль. И вот как она лежит на конце досок. В принципе, можно так оставить. Потому что если мы сейчас будем рисовать, то будет рисоваться не только эта досточка, но еще, видите, и в этих местах. Поэтому рисовать мы особо здесь не будем. Можно попробовать Paint вот этот убрать, а сюда загрузить какую-нибудь процедурную карту. И пускай будет Clouds. Это в некоторых местах, типа пыль там припала немножко. И можно трипланаром ее накинуть. Здесь вот, по-моему, заметно пересечение. Да, лучше в UV ставить.
Можно посмотреть как бы на другую. Фрактал, допустим. Это нам полностью запылило все. А вот это что нам скажет карта? Ну, о, так больше, более похоже, да? Будто прошел дождь и оставались такие разводы. Ну, в принципе, дождь, правда, прошел везде и внутри тоже дома. Не забывайте об этом. Текстуры пересекаются. Я оставлю этот вариант. Также можно крутить контраст ему. Более контрастная текстура смотрелась. Более четкой такой. У меня здесь, по-моему, и высота есть. Ага. Небольшая высота. Вставляю. Контрастность немного приглушить можно. Ну и также воздействие на всю карту. Так, это пыль у меня была, еще грязь. Слой грязи. Где? Где грязь? Так, отключаем вот этот слой. Можно оставить маск эдитор. Как бы прокрашивает вот в этих местах по нашей текстуре высоты, как я понимаю. Но вообще программа работает по вот этим тик, позишн, курватура и тому подобные карты. И ими пользуясь скорее и мешая, смешивая карты, которые я уже добавил. Получаются такие эффекты. Так, дубликат. Это все я уберу. Отфил. Отфил. И добавлю. Хорошая карта, кстати. Как же она называется? Grunge Concrete Old. То есть бетон. Да. Бетон или бетонная стена. Более так, ну, хорошо смотрится. Так, и можно ее сделать поворот. Так. Хейч я убираю, раф пускай останется. А, это не даст у меня, это дёрт. Дёрт. Дерно. Грязь, допустим, 3, если мы дадим ей. Это не там. Нужно в этом слое добавлять.
Ну, так что были какие-то, да, там артефакты небольшие, но не слишком они выделялись на фоне всей нашей текстуры. Возможно, стоит поменять текстуру. Вот давайте вот эту хотя бы. Да, вот она ложится как раз по длине, ну, то есть по горизонтали нашей развертки. Давайте вычислим, где там она. С помощью такого цвета. Вот она. И что-нибудь с ней предпримем. Например, баланс чуть-чуть убрать. Вот таким вот образом. Ну да, нормально так получается. Некоторые доски будут грязные, с одной стороны, как раз то, что я и хотел. Некоторые нормальные, чистые. Давайте же включим родной цвет, который грязь там. Цвет грязи дайте мне. Ну, пускай будет вот такой. Какой-то вот такой. Можно roughness сделать, это вместо, ну, включить roughness. Включить roughness. Так, это я уже не на тот слой полез, да? Угу. Здесь. Так, включаем roughness. И где-то я включил тут этот самый roughness, я не заметил где. И можно сделать вместо грязи какую-то там, да, жидкость, допустим, сюда попала, или доски там не высохли. И мы видим, что она блестит именно в том месте, где у нас лежит текстура. Начинается блеск. Берем вот так вот, таким вот образом, до 0,6. Она вроде блестит, но не сильно. Так, ну больше у меня здесь ничего не было. И можно такой вариант оставить. Еще был у меня здесь слой. Был слой мосс. Где-то я создавал этот мосс. Мох, мосс. Его тоже можно накинуть. То он вот мосс. Точно так же его вот сюда поместим. Так, это я удалю. Смотрим, как здесь у нас. Add black mask, add color selected. Выбираем нужный нам цвет. Цвет доски. Так. Paint выключим, сюда добавим add fill. И какой-нибудь нам нужен. Такой резкая карта с резкими переходами. Давайте вот эту что ли попробуем. Так.
Но почему-то не видно, пока мисс не проявилась. Не проявила себя карта. Так вот видно. Так нет. Переместим ее выше. Вот она образовалась здесь, в некоторых местах. Давайте посмотрим какой-нибудь другой гранж. Например, вот такой, что ли. Ну, какой-то размытый, может быть, вот такой. Или вот такой. Чуть баланс ему убрать. Сместить его. У нас даже появился мох в некоторых местах. И на полу также. Ну, типа заброшенный дом. Давно здесь никого не было. Так. Как вариант, можно тоже такой вот оставить. И, допустим, с деревом мы закончили. Хотя, допустим, мне не нравится, что оно слишком уж светлое такое. И добавим от фильтр. Выбираем фильтр HSL Hue Saturation Lightness. И попытаемся чего-нибудь здесь добиться. Такой более изношенная доска такая, более старая. От времени потемневшая. Да, вот что-то типа вот такого. И также изменим наш мох. Мох тоже, чтобы не был такой слишком яркий. Где он? Мос. И добавим сюда, давайте попробуем. От фильтр. Hue saturation. Luminosity. Так, таким более темным. Ух, какой яркий. Такой мох с плесенью. Также можно цвет здесь поменять. Зелененький. Что-то типа такого.
Ну да. И, возможно, имеет смысл такой же фильтр положить на цвет нашей печки. Что у нас тут за цвет отвечает? Так, это мы наверх. Вот эти два выбираем. Жмем Ctrl-G, помещаем в одну папку. И сейчас попытаюсь на всю папку воздействовать. От Fill. Вернем весь цвет. И сейчас попробуем, может всегда получится. Так, фильтр. Не, сюда не действует, потому что это маска. Сюда не воздействует тоже, потому что это просто папка. А сюда. Тоже вряд ли сработает, но давайте проверим. Фильтр. Здесь просто яркость, контрастность можно подвигать. Нам нужен цвет. Remove mask. Так, добавляем сюда этот фильтр. Да, здесь сразу же работает. И более такую состаренную печку нам нужно добиться такого общего цвета, совсем новая, с такими яркими тонами. Чуть-чуть подобрать цвета. Ну и можно изменить весь цвет. Такую, что ли. Ну, вот так что ли оставить, да. Так, а белые, белые пускай остаются белыми, как и были. Какими они и должны быть. Имеется в виду цвета. Цвета. Так. С печкой, досками закончили. И теперь мне нужно найти еще один смарт материал. Возможно, это он. А может быть и нет. Блоуэр какой-то. Блоуэр. Add color selected. Здесь уже есть какой-то. Вот color selected. Это угли, не то. Бронза, клей, даст, мосс, металл, металл, пейнт,
Возможно, что и нет. Мне придется сейчас заходить. Так, сосна, scratch, wood and boards, доски. Нету. Давайте сейчас я зайду в прошлый наш проект текстурирования этого домика. И оттуда вытащу. И покажу, кстати, как делается Smart Material. Так, вот моя модель предыдущего текстурирования. Так вот она выглядит. Я тут добавил мох, листья, различные палочки. И все это находится, видите, на трех элементах. Мне нужно сделать теперь отсюда достать смарт-материал. Чтобы сделать смарт-материал, так я просто думаю, вот этот end нужен нам или нет. О, опять загрузка пошла. Ну, думаю, этот end нам не нужен. И жмем Ctrl-G. Создаем папку. Даем имя. Так, сейчас проверим. Так будет называться наш смарт-материал. Looks. И нажимаем правой кнопкой мыши и Create Smart Material. Так. Посмотрим, где он у нас отобразился. Вот он. Wood Logs. Это и есть наш Smart Material, в котором содержится цвет, мох, по идее, тоже, листья в некоторых местах, там, не везде. Ну и все эти слои можно отключать, если они не нужны. Видите, мох исчез, появился, ну и так далее. Так, переходим на наш проект и подгрузим Wood Logs Smart Material. Загрузился наш второй проект. И давайте добавим сюда наш Smart Material. Сюда добавляем. Сейчас он загрузится. Так, немножко не туда он, походу, загрузился. Надо, чтобы он отдельно. Так, Wood Logs, Add Black Mask, Add Color Selection, выбираем наш цвет.
Похоже, я там основную текстуру не включил. Ничего, сейчас мы это исправим. То есть здесь листья подгрузились. Мох даст, а основной текстуры нет. Ничего страшного. Сейчас я это исправлю. Так, все исправил. Загружаем. Woodlocks. Вот так оно теперь выглядит. Так, добавляем Black Mask, добавляем Color Selected, и применилось туда, куда надо. В принципе, она совпадает с общей гаммой цветов, ну, кроме мха. У меня более зеленоватый. И здесь уже можно разбираться, что оставить, что убрать. Там здесь у меня 9 раз повторяется текстура основного фона. Давайте один включим, что будет. Два раза повторим. И, в принципе, такие же самые манипуляции по перемещению текстур. Не текстура, а развертки. TD Maximum. Здесь вот видно повторение очень сильно заметно. Нужно будет попереворачивать все это дело. Чтобы добиться приемлемого результата. Ну, сразу видно, что текстура намного лучше выглядит, чем в прошлом варианте развертки. Намного она здесь качественней и лучше видно и заметно. И с того материала, который я делал, да, там применял к тому типу развертки, здесь у меня поставались слои. Пыль, грязь и мох, листья. Все это также можно регулировать, применять, если нужно, оставлять или просто оставить чистую древесину. И все это можно сделать. Я сделаю, конечно, все это поправлю. Вот. И оно ничем не отличается от того, что я делал с клеем, с борд. Все то же самое. Мусс отдельная. То есть все то же самое. В максе берем
какую-то не понравившуюся нам часть развертки и крутим, перемещаем вверх и вниз, как угодно, чтобы изменить текстуру. Можно так развернуть. И все это нужно делать в ID цвете. Ну, то есть в рамках, как мы здесь покрасили. И все это перемещать. Потом сохраняем, применяем unwrap, сохраняем в OBG с текстурой, текстурными координатами, и подгружаем потом в Substance Painter, и получается результат, который, как мы считаем, нас удовлетворяет и нам нравится, и оставляем. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!